Раунд 1. Файт! Так, а здесь что? Это тоже елочки видишь? Да, я тоже вижу. Короче, эти елочки можно собирать, насколько я знаю. Мы с тобой вроде в разных командах, но... реально. Елочки собирать! Да. Так, так. Мои елочки! Мои, твои елочки! Причем вот эти чуваки, смотри, у них электрошокеры. Воу-воу-воу! Да-да-да, понял. Ты можешь подобрать электрошокеры, у нас с тобой будут электрошокеры. Ага, классно. В игре. Ништяк. Ой, они все это... Ой, они не умирают, слушай. Ой, это этот же, чувак из это... Из сингла? Да. Да-да-да. И сестра это. Подожди, а чё я шокер мне не подобрал? Мартышки. Эй, я шокер хочу. Ой-ой-ой! Ты засранец. Ой, ой, не хотел. Так, смотри, какие шокер, тачки шокер стоят. Заснеженные тачки. А-а-а. Тачки в снегу, смотри, чувак. Фига прикол. Да, да, да. Вот что могут делать кастомные... Кастомные... Блин, я все еще... Ты смотри, боинги стоят! Вот о чем я и хотел, кстати, рассказать. Это было самое сладкое. Боинги. Таких нету нигде. Ни в одиночной, ни в сингле. Ой, не в смысле, ни в онлайне. Они есть только здесь. Блин, обалдеть. Зимняя машина, блин. Вот я ни разу снег не видел. Это вот маленькое возмещение мне. Интересно, у него есть какая-нибудь зимняя карта? Смотри, у них еще цепи на колесах, чтобы... Сцепление было лучше на льду. А, ну да. Это, короче, чувак сделал... Ой, 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 эту карту сделал чувак, у которого на ютубе 10 тысяч подписчиков. Да, и у него взломанная консоль. Американец сейчас набирает большую популярность его кастомные карты. И давай, угоняй первый Боинг, я за тобой на втором полечу. А, то есть мы еще на них и уехать можем? Мы можем летать на них. Офигеть! Я думал, они так для красоты стоят, слушай. Нет, ты чё, мы можем летать на них. Самое классное, это то, что можно на нём, сука, летать! Так. Просто подходишь к этой, и он забирается. Офигеть, просто офигеть! Так, как подхожу, нажимаю залезть, но ничего не происходит. И ничего не делаю, он сам залезет. Понял, нажимаю, держу. Ага, во, все, понял. Залез, да? Ну все, нажимай пуск и погнали. А ты, кстати, ты разгонишь, взлетишь? Ну-ка, от первого лица, сейчас. Что там в кабине хоть посмотреть? Жесть, слушай, даже это проработано здесь от первого вообще лица. Вообще обалдеть. What? Ой, ты уже взорвался. Ой, а мне тут мешают камни проехать. Давай я сейчас попробую отогнать. Взлетная полоса слишком маленькая была. Да-да-да, я сейчас вот эту еще отгоню, вот этот розовый Боинг. Хотя он мне безумно нравится, ну ладно. Я появился в каком-то... Ой, я тоже взорвался. О-о-о, понятно. Я, короче, появился где-то вообще, прикинь, в какой-то машине. У меня тут погрузчик. Ой, у меня тоже, прикинь. Подожди, грузчик? Да. У меня пушки лазерные. У меня погрузчик. В смысле лазерные пушки? У меня лазерные пушки в машине. Нормально. Ты посмотри, подъезжай к этим, к инопланетным этим штукам. Так, сейчас погоди, я тут кое-что сделаю. Уаху! Так. И причем она шумит, знаешь как? Как будто я на каком-то этом космодроме еду. Ну, в смысле, не космодроме, а как он там? На летающей тарелке, как будто я еду. Короче, чувак собрал здесь все. Что только, наверное... Самое тайное он такое собрал. Я вот еще хочу на тарелку забраться. Это можно сделать на вот этих, причем разноцветных каргобобах, заметь. Разноцветные каргобобы. Ты где-нибудь видел розовый каргобоб? Нет. Вот и я не видел. Покрасили каргобобы. А ты где там умираешь? Слушай, тут еще машина. Я не умираю. Я хитрый парень, я пошел насобирал то, что надо тут. По заданию. Ну все, хорошо. Так. Клонская машина! Слушай, нажимаешь их. А нельзя летать на летающей тарелке? Ну-ка глянуть надо. Подожди, поехали, я тебе покажу. Это погрузчик, это фигня, ты посмотри, там какая крошка стоит. Ну-ка. Смотри, вот я ее прям здесь оставил. Колеса базы. Ой, а куда она делась? Куда она делась? Прикинь, пропала. Вот оно что. Кстати, и машины-то еще, ну, вот эти вот они тоже. Они все заснежены. А, кстати, вот эта машина, она с синглплеера сингла, тоже, да, справа. Первая самая миссия. Да. Прикольно. Давай заберемся на тарелку, а потом полетаем на самолетах, что ли. Я хочу на тарелку. Ты посмотри, каргобобы разноцветные. Это блин, это жесть. Ну, еще обалдеть. И эти стоят. Колесо обозрения, блин. Ну это жесть, это жесть, давай. О, ФБР еще написано на этой тарелке. А, ФБР, да? Да. Типа,
А слушай, она еще на нее сесть нельзя. Вот, вот. Я, короче, это баг на левитацию, смотри. Я понял, она не имеет, да, скажем так, четких физических полигонов для того, чтобы на ней бегать. Вот только так. А вот та летающая тарелка, что, так же получается? Скорее всего, да. Да. Ясно, ясно. Ну-ка, сейчас слезу. Так, что у нас еще тут интересно? Ну, интересно, у нас остались еще Боинги, вот эти два здоровенных. Ой. Боинга. Так. Понятно. Летающая, мать его, тарелка. Да, ты еще не видел ту тачку, которая это... Так. Ну, ту тачку, на которой я... Давай я попробую разбиться. Погоди, погоди. И покажу. Стой, подлети ко мне. Я сейчас сделаю плохую вещь. А, или убей меня просто. Блин, тяжело по тебе попасть-то. Вообще, реально тебя убить, интересно? Да, реально. Ну-ка, ближе, ближе. Так, перезарядочка. Летай, летаешь, а я тебя прицелю в голову. Ну, блин, на носу там вот... Блин, зараза. Чуть-чуть, во-во-во, еще ближе я тебе в голову чисто заряжу. Какой же я косой. Слушай, я, по-моему, просто я не могу тебя застрелить. Да, слушай, он чуть не стреляется. Стреляю в голову. А сейчас? Ну-ка. Сейчас попадаешь. Урон прошел, да? Да. Так, как бы тебя убить-то, как тебя убить-то, а? Ну-ка, давай на весу, от первого лица, давай, файт просто. Давай. Так. Подожди, сейчас. Давай, и сюда. Так. Оба. На тебе, рукопашная. Получай. Толкаться, давайте я столкну, блин, оттуда. Ха-ха, ты уже вернулся от моего удара. Вообще. Ой, все, я умер, все. И я, короче, с тарелки полетел вниз. Во. Да, лети вниз, покажи. Я выжил, прикинь, я упал и выжил. Даже никакой анимации падения не было. Смотри, закрой глаза и открывай глаза. Да. Господи. Пиу-пиу, мадфака! Я не вижу тебя, но я слышу какие-то звуки страшные. Пиу-пиу, мадфака! Лол, нифига, гон! Ты сможешь ко мне сесть? А, ты меня выкинул. Дай-ка я... Прокатись на ней. Офигеть, вот это машинка! Звуки, да-да-да. Это жесть. А, подожди, включи свет, он зеленый или мне показалось? Зеленый, реально зеленый свет. Офигеть, в натуре. Дальники вот зеленые. Это круто. Ну-ка. Блин, вообще звук такой. Да, как будто прям это, космическая машина какая-то. О, это... я нацелился, ты слышишь это? Это гудок. А, это гудок. Капец. Не, ну она офигенная, вот, блин. Пойдем на Боинге, пойдем на Боинге. Не попадешь, нет. Космическая полиция, всем стоять на местах. Тебе идет. У меня в детстве такой пистолет был, такие же звуки издавал. Попробуй. А, не, он не стреляет. Короче, сейчас аккуратно на этом Боинге надо взлететь. Потому что вон слева камни мешать нам будут. Окей, я понял. О, а что там за машина? Машина? А, это мы на тех машинах приехали, все понял. А, ну да. Ладно, так. Только после вас. Да, смотри и просто повторяй за мной. Капец, как он выглядит-то. Со спины. А у них, слушай, на заднице у тебя флаг Российской Федерации, нет? А, сейчас, погоди, посмотри. Прям на хвосте. В натуре русский. Ха-ха. Офигеть. Жесть. Короче, вот так, чуть-чуть вправо. Это вообще, это получается... Только не разгоняйся пока сильно. Русский самолет, реально тупо. И все это видят, и американцы, и старый млад, и... Да. Не разгоняйся. Стой, назад. Короче, назад. А я даже не трогался еще пока. А, давай назад. Не, я не могу, у меня тут этот... как он, блин, трамплин так. Меня площадь. Какой трамплин? Я только вперед могу. Помнишь, мы на крыло запрыгнули в самом начале там? Да. Там все понял. По левому борту у меня. Смотри, там каргобобы в воздухе просто висят. Я даже тарелок не вижу. Так, подожди, а как нам тогда взлететь? Нам камни мешают с двух сторон. Ты посмотри просто, какой маленький поезд, кажется, по сравнению с самолетом. Да-да-да. Такая дура! Дура. Так, подожди, давай найдем место, как куда взлететь. Давай вот попробуем вот так вот. Так, давай.
Так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Теперь задом, задом, задом налево. Так. Ой, 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 взорвался. Чё, взорвался? Разлетелся, да фиг его знает. Она настолько большая, что царапина любая там на колесе. Подожди, давай сейчас это попробуем взлететь, я к тебе сяду. А, я к тебе сесть не... А, я смогу на крыло к тебе сесть, хотя бы так. О, нифига, ну давай. Это будет прикольно, да. Да. Блин, как избавиться от этих обломков? А, они должны исчезнуть. Я тут стараюсь не смотреть в этом направлении. О, опять ты на этой машине. Да. Я такой маленький, наверное, по сравнению с тобой. Фига, как сколько еще контента в игре оказывается. Да-да-да, еще есть, короче, карта с анимациями. Я много чего присмотрел, так что у нас много чего будет поснимать. Давай, главная цель наша — взлететь. Окей. Так, давай назад никак, да? Назад давай вперед никак. Чуть-чуть. Да, попробуй вот прям в этот промежуток. Так, проехать. Короче, я рискую, но я стараюсь взлетать, потому что по-другому никак. Ты, по-моему, взлетаешь. Да, я... Да, мы летим, только сидим наверх. И звук такой... Я назад еду, маленько назад еду, нормально все, я живу. Ой-ой-ой-ой. Так, аккуратно. Ты таранишь меня, прикинь, и мы можем взорваться чисто из-за тебя. Ну да ладно, хрен с ним. Мы, главное, мы летим. Эти звуки, блин, просто. Конь, я держусь. Я вперед-назад давлю, чтобы сильно ты там не упасть. Ой-ой-ой, аккуратненько. Давай посмотрим, Чилиот насколько маленький по сравнению с нами. Блин, я не знаю, я сейчас начну так взлетать, и ты начнешь падать. А ты по чуть-чуть взлетай. Я держусь. Держись! Мяу, звуки такие. Забавщина такая. Просто космос. Обалдеть. Так, я так, нормально. Так, делаем. Я не могу с этих звуков. Живем. Нормально, да. Знаешь, как игрушка какая-то космическая. Да, я сразу вспоминаю историю игрушек. Да. Воу. Так. А еще была такая игра замечательная, Toys Commander. Я, наверное, ее поснимаю в ближайшее время. Она 99-го года выпуска, на Dreamcast я в нее играл. То есть ты мне рассказывал. Через эмулятор, да, я попробую ее поснимать. Там тоже вот такие же машинки, все вот это, прикольно. Вах! Мне кажется, такое все маленькое по сравнению с нами. Да ты сам маленький. На мою машину, вот я сейчас смотрю, как бы, и моя машина, я не знаю, тут у меня шин 30 надо, чтобы заполнить пространство этого самолета. Блин, какая красота. Вообще жесть. Ты еще сверху, так это, конечно, еще так умиляет даже, я тебе скажу. Миленькая такая машинка. Вообще. Mission Complete, мы взлетели. А мы, кстати, прям на Чили, по-моему, летим. Да. По заказу Чили первого канала летим на Чили. Так, аккуратно. У тебя там целая площадка, можно даже было на BMX там финтифлюхи выписывать. Да, только вот она двигается, эта машина, я стараюсь ее выравнивать. Аккуратно. Ну реально просто большой папа сыну маленького везет. Смотри, сына, мир! Он так прекрасен! А вон там, по-моему, деревня нудистов, да, если я не ошибаюсь, внизу. Где? Да, ты прав. Мы там были вроде. Там одни голые люди ходят. Вообще извращенцы. А мы, кстати, на Next Gen не были там. Да, во, кстати, будет это повод. Да, будет повод. Выпить! Так, ждите нудистов. Так, а мы не врежемся с тобой в Чили? А, я стараюсь не врезаться. А, я чуть не упал. Воу, аккуратно. Аккуратно. Фига миллиметраж. Я лечу. Офигеть. Жесть, он еще такой огромный, просто забей. Он реально огромный. А у тебя еще камера там далеко-далеко находится. Да. Чили, ты сосешь по сравнению с этим самолетом. Просто маленький. Вот настоящие размеры, натуральные размеры самолета в игре. Да, Боинга. Точно. Пиу-пиу-пиу! Эти звуки просто пиу-пиу, мадафака! Так. Это жесть. А если я тебя скину? А, ну ладно, не буду. О, попробуй! Я сейчас буду лететь запредельно вообще ровно, то есть выровняю самолет так, чтобы было вообще прям нормально. А ты с одного конца крыла на другой конец прилети. Давай попробуем. Так, окей.
Сейчас, погоди, я скажу, когда можно. Все, можно. Можно? Давай, да. Так, погоди, мне тут надо это, немножко разогнаться. Так. Так, давай, давай. Так, стоять. 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 Так, я хочу коснуться краешка твоего крыла. Так, это челлендж. Так, ты тут не болтай своим крылом. Тихо, 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 назад. Просто ловушка такая. Опа, открылся. Держи меня. Отлично. Я держусь. Я почти коснулся, только у тебя эти двигаются ставни. Да я просто, знаешь... Подожди, а если я выйду, допустим? Блин, ты аккуратнее. Не, тебя, кстати, может унести вообще, изи. Мне тоже кажется, унесет. Хотя... Вон, давай летим. О, отсюда город видно, ты прикинь, такой маленький. Город давай летим. По городу пролететь. Мы, кстати, проплываем в данный момент F3 базу нашу. Да, вот. Всем F3 привет, мы тут летим, как бы это все окей. Да-да. Красопеллы. Красавеллы. И время, слушай, еще кончается внизу, вот что. А, 13 минут? Я вообще 7 раундов поставил. Настолько тебе это все понравилось, походу. Да. А можно теракт этот 11 сентября? Алах, бабах, карабабах. Давай, давай, 11 сентября делаем. Да не-не-не, это ладно, я пошутил, это потом, если уж. Окей, окей. Вот, но нам все равно, мы же так долго не пролетаем. Нам надо что-то сделать, что-то интересное. Вон, видишь, две, допустим, попробуй боком лететь между ними. Я знаю, что это нереально, но даже взорвемся, если то взорвемся будет. Да не, я хочу больше поиграться вот с тобой вот. Ай, ну вот я вот. Как бы это, пиу-пиу, стой, стой, я тебя, не надо со мной, мне страшно. Загудел-то, загудел. Лови меня, лови меня. Нет, сына, нет. Я взорвался! Жесть! Йо, я взорвался! Воу-воу-воу! Выравнивать самолет! Выравнивать самолет! А! Выравниваю, выравниваю. Я посмотрю, где ты там летишь. Я, короче. Я вижу тебя! Ни хера! Такая! Я это видел! Я это видел! Офигеть! Офигеть! Вот это да! Это красиво было! Ну короче, ребят, на этом я думаю, можно это закончить. Бум! Это было нереально круто. Это вообще, было просто... вообще ничтяк. Наверное, мы сейчас еще что-нибудь подобное на этой карте сообразим, да, потому что она нереально крутая. Не на этой карте, есть еще карта. Да, и еще карта даже есть. Еще много-много карт есть и много чего еще. Много карт есть, так что все. Всем спасибо. Да. И ставьте лайки, не забывайте. Да. Всем пока и всем тортик. Всем пока.